И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на фьордах, и сегодня мы продолжим выживать, конечно же. Я думал строиться в замке, но, летая по карте, я точно не ожидал встретить такое. Это, черт побери, целая деревня. Здесь есть чистокол, то есть здесь нужно просто поставить воротинку. В некоторых местах много воротинок. Кстати, в этом нет логичности. Вот, скажем так, изучая старые постройки, так бы точно не сделали. Две воротины в одном месте они бы точно не сделали. Почему? Ну, потому что это в плане защиты было бы неправильно, и все в таком духе. Вот, то есть это в плане постройки это неправильно. Но это, черт побери, прикольно. Смотрите, то есть здесь уже идет, грубо говоря, отстроенная территория. Да? Вот, в некоторых местах нужно будет немножечко что-то где-то подлатать, типа вот как здесь видите, ворота типа тоже сделаны. Ну ладно, с этой стороны еще вариант, но тоже вряд ли, потому что вот они уже есть ворота, а там, ну, в общем, кто это делал на этой карте, тот немножечко это все дело не изучил. Так же как и вот там, тоже в этом смысла нету. Но здесь идут домики. Это, как я понимаю, это главный домик. И, соответственно, я рассчитываю на то, что я вообще дома строить не буду. То есть вот примерно так вот. Самое сложное было сюда переместиться. Находимся мы вот здесь вот. Кстати, на самый первый домик я увидел вот на вот этом островочке. 60, ну там, я показываю на карту просто. 60 на 90, то есть вот это в самом углу справа, вот на том островочке. Всю зеленку я облетал, много каких построек нашел пещеру, но опять-таки же, о господи, опять-таки же по гайдам в интернете места для построек нашел, да, здесь можно вызывать дракона как минимум, а значит, я думаю, и параматерами, запятая точно так же можно будет вызывать. Вот, конечно, там чувак показывал, как там можно построиться, но, блин, не суть. Что самое смешное, видите, сколько у меня арбалетов, кирок, топоров, пик, это что-то с чем-то. Не знаю, сейчас здесь есть, нету. Но возле построек спавнятся ящики. Бочки-то, да, я добыл. Там металлолом, там можно доски добывать и так далее. Но ящики, это было что-то с чем-то. Так, погнали, покажу. Кстати, для ПВЕ здесь очень много мест для застройки. Типа вот она, ровная площадка, просто кайфовая. Типа скалы, площадка, все дела. Блин, здесь очень такая продуманная карта, как и для ПВП, так и для ПВЕ. Да и в плане красочности здесь тоже не кисло. Кстати, прикольно сделано, типа острова дерево Игдрасиль стоит на отдельном острове, все дела, но до него никогда не долетишь, потому что это уже долбанный край карты. На жаль, я бы хотел бы посмотреть, как она вблизи выглядит. Ну, в общем, вот так вот приплываем на этот остров, идем по тропиночке вдоль деревьев и попадаем вот сюда. К домику. Я даже в какой-то период подумал, блин, может здесь построиться, ну прикольно же, типа классно, отдельно свой остров, но, блин, как-то не очень. Вот этот первый домик я увидел, потом я увидел деревню, конечно, там тону нафиг. И вот те самые бочки, эти тоже можно бочки разрушать, а вот здесь хлобыть, топор, кирка, пик, арбалет. То есть вот с этих, ну да, у меня такое количество, потому что это все-таки рейты на дроп. Это ж локалка все-таки, как-никак. А так они дропаются типа по одному, бывает просто топор кирка дропнется по 6 штук, вот. Ну, соответственно, просто может топор кирка, арбалет, пика. Что-то из них обязательно дропнется.
И они находятся возле всех разрушенных кораблей. Вот эти вот все ресурсы. И это прикольно. Около домов находятся. Ну, не только. В общем, блин, было неожиданно. Приятно. Прям клево. Я металлическими инструментами обзавелся. Арбалет мне тоже не кисло так помог. Ну и, собственно, металлолом и так далее. Я тоже обзавелся. Сделал себе пульт. Была маленькая загвоздка с органическим полимером, но я вспомнил, что у нас есть прекрасное место, где тусуется Кайруку. Я показывал в прошлом видео, сейчас покажу. О, улетел показать Кайруку, нашел тут эту пещеру, она так в темноте светилась. Ё-моё. Блин, я хочу туда глянуть. Но залечу ли я сюда? А, не, вряд ли. Это прогружается, это явно пещера. Так, приземляйся. Это явно обычная пещера, в которой явно не на летунах можно бегать. Это аберрация, что ли? Я хотя бы смахивать, конечно, на вулкан. Руны здесь. О, точно, аберрация. Смотри-ка. Светляки тусуются. Ах ты ж. Пещера просто еще прогружается. Ну-ка давай. Что мы здесь? Синий самоцвет. Кайф. О, кротокрыс. Блин, клево. Вот они, кристальчики. Ну, самоцвет тоже пригодится. Куда-нибудь, зачем-нибудь. Потому что там надо будет крылья делать обязательно. Ага, ну вот все. Собственно, дальше я и не полечу, потому что... Это все-таки пещера. Здесь практически все пещеры кажутся, что ты можешь там что-то делать, а там ничего не можешь делать. А нет, все-таки добывается. Такс. Что? Я руками собираю кристаллы. Вы сами видите, он как будто бы их это топором собирает. Кристаллы, которые можно собрать руками. Прикинь. Ну-ка, погоди. А это не могу собрать. Ну и так, соответственно, тоже не могу собрать. Офигеть, кристаллы, волокно, камень. Я собираю руками. Вот. Вот. Это, короче, да. Это, короче, вы меня удивили. Окей. Неожиданно, но удивили меня. Ой-ой. А теперь обратно прогружается вся карта. Забыл про это. Вот на эта пещера. Блин, клево, она рядом с моим домом. Это надо будет посетить. Но для этого мне нужно будет притомить прямоходящего Дина. Да. Ну, в смысле, я имею в виду Рекса, либо еще кого-нибудь. Ну, кстати, не обязательно. Просто какого-нибудь чувака с... или чувиху, не знаю, с седлом. Почему с седлом? И желательно, чтобы седло было раскачано. Так, руны я пока не собираю. Рунами я буду раскачивать Диносов. Да, у меня есть... А, кстати, да, я полностью уже убрал эти всякие поты дебильные. Господи, как они меня бесили. Все, это Potion X были. Я только оставил поты с Extinction, которые прям, ну, нормально, типа, ну вот, наркотик, наркобэрик. Это Timing Potion. Вот, Stamina Potion. Ну и хилки, которые тратят, блин, редкие цветы. Я, кстати, до сих пор еще не знаю, где добывать редкие цветы. Возможно, с каких-то растений, но я еще до них не добрался. Грибы уже нашел, как добывать. Там в воде у нас растут грибы. И если помнится Genesis 1, там можно добывать грибы с них. Надо будет тоже попробовать на дно воды опуститься и посмотреть, что как где. Хитин, как вариант, я буду добывать с черепах, но опять-таки же мне нужно будет какого-нибудь водного диноса притомить. И с черепах вот этих огромных, потому что с них добываются куски панцирей, а куски панциря мы знаем, что можно в дробилку засунуть и получаем уже очень много ресурсов в плане хитина. Вот, как-то уже так, то есть уже вырисовывается такая эта система по добыче ресурсов. Также органический полимер можно добывать с Кайруку, где я сейчас покажу, и можно добывать с цветков в пещере, где вызываешь дракона. Вот, то есть там вот пещера, там можно строиться.
в определенных местах, и там можно добывать недалеко просто цветки, вот как я сейчас добывал кристалл руками, там органический полимер собираешь с цветков. Вот, кстати, почему я все сюда лечу, я хотел показать. Вот на этом острове я тоже хотел построить. Типа тоже думал, отдельный остров, все дела. Ну блин, ну реально, деревня меня прям сразу же такая, вау, чувак, стройся здесь. Я такой, блин, да, я буду строиться здесь. Вот, кстати, в этом месте в карте, на карте что-то всегда прогружается. Я не понимаю, что это такое. Кстати, тогда получается не зря это... Об этом я сейчас только сейчас задумался, не зря я здесь не построился, здесь постоянно что-то прогружается, и как вариант это какая-то вот большая пещера, либо еще что-то. Я туда подлетал над ними, там эти панцирные, как там, крабы, короче, тусуются, каркинесы. Тоже прикольно. Тоже можно будет попробовать за ними потусовать. Клево. Оу, смотри-ка, что там под водой. Клёво, когда вот так вот летишь, и под водой что-то начинает проясняться, типа, блин, так охота туда занырнуть и проверить, что там. И вот они, те самые островки, где уже начинают тусить кайруку. То есть это вот хребет, хвост хребта, и здесь я добыл полимер. Я сначала думал с цветков добыть полимер, потом пролетаю мимо. Ну, мне нужно было сделать пульт, чтобы призвать своего раптора. Блин, не уследил за стаминой, как обычно. И вода. Вот. Чтобы призвать раптора, мне нужен был полимер. Я думал добыть его в пещере. Уже полетел, побежал в пещеру. Там нельзя было пройти, думал. Да пошло, оно, короче, все в жопу. Закрыл его в буточке. Думаю, потом придумаю что-то. Пролетаю мимо кайруку. Да. Полимер добывается вообще-то с кайруку, а не с растений. Вот, и, собственно, да, теперь у меня здесь есть много полимера. Здорово, волчарки. О, это волк 45. Это, конечно, прикольно, но пока что мне не до них. Можно несколько волков будет притомить и стайкой бегать, но все-таки в соло бегать легче, так как меньше заморачиваешься. Где-то кто-то застрял, что-то это... Это прикольно, это красиво. Стаи рапторов бегать, стаи волков. Но такое себе. В плане удобства. Я, конечно, потом сюда поставлю телепорт и буду телепортироваться. Сейчас у меня пока что нет на это ресурсов, кстати. Вот именно за этим я и летаю. Просто показываю вам попутно, что, как, да где. Ну, вдруг вы не знали. Кстати, очень много вот я... Пролетал по картам, и очень много я сегодня тоже узнал. Да, пока у меня все находится в птерчике, вес у него полно, он может все это дело хранить, и все ресурсы находятся в птере. Хе-хе-хе. Кстати, да, у меня выпал дроп, точнее, с одного из дропов перчатки же. Они оказались очень дешевые, и 120 брони. Это был просто что-то с чем-то. Кожаная броня, 120 брони, это, конечно, кайф. Строится вообще фигня копейки. Вот, и... Рунный камень. Что это такое? И почему оно лежит у меня в инвентаре? Возможно, он от... Тот обелиск может дать какие-то ответы. Ёпарас, это я только сейчас увидел это в инвентаре. Смотрю, какая-то хрень на руну похожа. И смотрю, и впрямь это руна. Ё-моё. Вот тебе и раз. Ладненько. Когда-нибудь мы разберемся, что это такое. Знаете, что это такое, пишите в комментариях. Вы это, понятное дело, знаете, если вы играете на этих картах, можете писать в комментариях. Блин, конечно, спойлеры дело такое себе. С одной стороны. С другой стороны, я уже себе так много заспойлерил. Стал смотреть, как люди играют в PvP на арке. Точнее, арк в PvP. Блин, там просто свой мир не похож ни на одну другую PvP-выживалку. Допустим, я смотрю по расту выживалки. Это вообще, ну, в смысле PvP, вот этот сезон, все дела там, люди... И это совсем другое, нежели арк. Арк это прям что-то совсем... Совсем свое. У арка не такое PvP, как у других выживачах вообще.
Прям вообще. Раньше было одно, сейчас с этими новыми обновами рейды поизменялись, короче, защиты другие немножко, думаешь, ё-моё, какого чёрта, как это что? Это что-то какое-то безумие, короче. Но клёво. Сейчас глянем, что там вообще у меня. О, маскировочные перчатки. Причем сразу уже готовы. С одной стороны, хорошо, с другой стороны... О, кстати, маскировочные перчатки. Мне же они пригодятся. Я все-таки хочу притомить еще и нормального левла. Кабанчика, короче, нового. Так что да, маскировочные перчатки мне очень сильно пригодятся. Да в смысле? Вот это сейчас было обидно. Ну ты смотри. А? 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 Контейнер застрявший. Ну вот, казалось бы, можно было бы и починить, да, чтобы не было, как на Extinction и так далее. Ну, самая упакованная карта Extinction, такое ощущение. Вот, но... Или не Extinction, подожди, самая упакованная карта была для меня. О, уже не помню какая. Много их было. Ну вот, пожалуйста, Фьорд, самая последняя карта и... Как говорится, старые добрые баги никогда не меняются. Ладно, погнали до дома. Будем смотреть, что такое игре. Вообще, мне самое первое, что нужно, это, наверное, для летунчика моего, это ускорение. Поэтому нужно ставить станки. Кстати, да, здесь очень небезопасно тусить. Вот, будем ставить станки и... О, Альфач, добрый вечер. Я, кстати, своим птерчиком Альфача замочил. 130-го точно не замочу. Там был 20-й, что ли, левел. Альфа-раптор. Ну, как бы было изи замочить его, что у меня птер по 1200 бабахает. Ну, то есть у него нормальный урон. Я не знаю как, не знаю что. Возможно, я уроном и прокачивал, я уже не помню. Но вот... Дерекуруса нужно будет притомить, это точно. Кстати, не факт. Лишних динусов тоже не хочу сильно томить, потому что... где мой дом? Блин, еще бы привыкнуть, где мой дом находится, вообще будет... О, зелененький раптор мне показывает, где мой дом. Красава. Да. Да. Вы что на моей территории тусуетесь тут? Походу, у меня будет здесь немало соседей. С одной стороны, а с другой стороны, пофигу, как бы. Но я думаю, я сейчас все дырки позалатываю, и у меня соседи перестанут спавниться здесь. Блин, как же темно на рассвете. Так, стоять. В первую очередь, конечно же, нужно начать именно застраивать вот эти вот дыры. Ой, так неохота все это вырубать, если честно. Оно, конечно, сейчас заспавнится, как вариант, но я все равно еще не хочу. Я не хочу со своей территории вырубать все деревья и так далее. О, кстати, давай все кучканем. И качнем тебе хпшку. До 10 тысяч мы хпшку допьем. И уже будет хорошо. Так, о, кстати, да нифига себе, у меня маскирует. 120 брони. Ну, у меня органика есть, все есть. Так что ладно, мне не так теперь обидно за те перчатки, которые я не залутал. Вот, видите, цветочков, что с цветочками вообще все плохо. Кстати, погнали посмотрим грибочки, могу я залутать грибочки или нет. Опаньки, у меня рядом с домом бобры тусуются. Вот там мой дом, здесь бобры, то есть они будут постоянно прогружаться, и это халявные ресурсы, если что. На начальном этапе. Потом, конечно, мне уже будет пофигу, но на начальном этапе это мне очень сильно поможет. Клево. Так. Здесь у нас зачем-то седло для игуанодона я решил залутать. Но оно легендарное. Возможно, в дробилке мне от него получу нормальное количество ресурсов. Ё-моё, только выключился, смотри, грифончики тусуются тут. Блин, грифоны, это, конечно, клево. Но от них улететь я не смогу так легко и просто. Есть, типа, не сагрятся на меня. Вот, а грибочки вон там, я видел. Где-то вот в этой воде водяные грибы стоят большие. И если правильно помню по генезису первому, с них можно добыть грибы. Погнали, проверим.
Так, давай попробуем. Оп, грибная древесина, слово редкий гриб. Отлично, про что я и говорил. Так, ну так, солому добываем, а так в основном добываем древесину и редкий гриб точно так же. Да, то есть любые грибы, в данном случае, вот они, здесь, около водопада. Кстати, вот там где-то пещерка, недалеко, которую показывал. Блин, это неплохое место, слушай, здесь очень много нужных ресурсов. Кристалл, добывающийся рукой, редкий гриб, добывающийся топором. Ну, кстати, там еще и обычные кристаллы тоже тусуются. Клево. Мне нравится. Да, здесь очень много грибов. Вообще, лучше всего бур сделать. Я думаю. Он будет добывать уже довольно-таки немало ресурсов. Блин, полгода, грубо говоря. И я уже не помню, как играть. Просто ужасно. В смысле, что создать для того, чтобы выживать? Ужасно просто. Это тупость. Это тупость уже. Так, ну-ка давай глянем пещерку. Да, вот смотрю, прям просвечивается. Вот вроде в эту пещерку можно залететь. И в этой пещерке даже можно строиться. По идее. Здесь вон кристальчики, несколько выходов. Ну-ка, да, можно строиться. Здесь несколько выходов, можно добыть кристаллы. А, здесь еще только камень. А, ну металл. О, стоит ямбер. Это нефть или обсидиан? Это нефть. Вот это кайф. Вот это кайф. Да, сегодня у меня получилась реально серия в поисках редких ресурсов. Ну, на начальном этапе развития, это прям у меня получилось очень даже редкие ресурсы. Неплохо, неплохо. Что еще в этой пещерке есть? Вот если бы еще в этой пещере был бы обсидиан, это был бы, конечно, кайф. Но обсидиан, по идее, здесь не должно быть. Обсидиан же, типа, возле лавы вообще должен быть, если так задуматься. Но тут очень много нефти. Это, конечно, пещера кайфовая. Ну, в замке, конечно, все равно было бы кайфовее построиться. В том плане, что здесь уже все стены стоят, там пару дверек поставил и все. То есть для ПВЕ это, конечно, ну, было бы неплохо. Но... Блин, деревня больше как-то замаивает в этом плане. Она как-то более минималистичная, нежели вот это вот все. И, кстати, да, вот этот замок прям буквально недалеко от этой деревни. Дидикурус. Вот нужен ли мне Дидикурус? Если я хочу ресурсы добывать с помощью бура, по идее, мне не нужен Дидикурус. Опять-таки же, я... Придерживаясь правила, я томлю тех динозавров, которые только находятся на этой карте. То есть я не прыгаю с карты на карту и не томлю динозавров там, здесь, то есть как на серверах, да, то есть когда играешь на серверах, ты можешь прыгать, особенно когда играешь в PvP, ты обязан прыгать с карты на карту и томить разных динозавров. Вот, я так не играю, то есть одна карта, одна жизнь, грубо говоря. То есть, и никого, нигде, и никак. Поэтому, вот единственное, что... Слушай, давай попробуем. Я вот таких цветов постоянно видел. Везде и много. Давай посмотрим, может, я могу их добыть, как это... На цветочке. Откуда же ты два цветочка-то добыл? Английская раскладка. А, вот. Поди, боже мой. Вот кто-то у меня. Так. И что мы здесь добываем? Мы добываем только ягоду, да? То есть, нет, это цветы просто тупо на ягоду. В большом количестве. Ну, потому что ты как бы вот...
в одном месте. А, точно, я же такие цветы уже добывал на болоте. Ну, как на болоте, около озера тусил. Я такие цветы уже добывал. Точно, точно, точно. И здесь ничего нету. Блин, где же цветы-то добывать? Мне же цветы нужны будут. Но ход дела реально придется большую черепаху томить, чтобы грибы и цветы спавнило. Точнее, это... создавала в себе грибы, цветы, и было все хорошо для меня. Как-то так. Да, нужно, думаю, поставить где-нибудь уже станочки. Станочки, печки. О, печки надо было поставить, чтобы они это время все перемалывали ресурсы. Вот это, конечно, я сейчас затупил жестко. Чем мне привыкать, что ли? Прикольно. А эта постройка считается фундаментом все-таки. То есть здесь можно устанавливать предметы, которые можно размещать только на полу. Это клево. Из минусов, ну, понятное дело, что логично, нельзя установить здесь ворота. Но здесь нужно будет просто сделать вот такую штуку. По идее, она должна мне это дело помочь установить. Да блин. Тут самая главная проблема — это ее установить. Бляха-муха. Вот с этим-то у меня будут жесткие проблемы. Я сейчас ее установлю, что она ставит. А, не сушь. А, так я под собой ее ставлю. Клево. Ну, немножко повозился. Пару минуток. И... оп. Ну, клево. Теперь обычные рабочие двери. Конечно, да, деревянные было бы поставить намного круче, деревянные проемы и так далее. Но, блин, каменные все-таки понадежнее. Мало ли кто здесь заспавнится, кто сюда забежит. Так, яркость убрать. И уже так все-таки будет намного лучше. Понадежнее. Кстати, что там реально здание побольше, чем это? О, точно, реально чуть больше. А ты уйди отсюда. Заспавнились, они тут топают. Вот, как-то так. Клево. Ну, а здесь уже можно спокойно и печки ставить, и так далее. То есть уже, как в обычном доме, можно спокойно, то есть на обычном фундаменте, размещать всякие предметы. Без каких-либо проблем. Кайф. Да. Немножко обустраиваюсь и вот смотрю... маленькие ворота сюда не влазят. Ворота бегемоты, они будут как три таких маленьких ворот, да? То есть они будут вот так вот торчать. Ай-яй-яй-яй. Ну да, другого варианта у меня походу нету, кроме как строить динамичные, или как они там... Да, ну, динамик гейтвей. Кукуруза, картофель, лимон, морковь. А до этого мне, значит, надо будет строить грядки. Да, немножечко здесь почистил вокруг, камни убрал, чтоб легче было по осмотру, траву поубирал, но... Да, трава по-новому выросла. Камни хоть не появились, уже хорошо. Деревья, как уже сказал, вырубать не хочу. Это слишком атмосферно, чтобы их убирать. Вот, но... что не будет спавниться, но что тут уже поделаешь. В общем, как-то так вот и начинается выживаница. Да, четвертый выпуск, выживаница только начинается. Ну, по факту, потому что... я только построился, можно так сказать. Кстати, на халяву построился, домик достался прям вообще на халяву. Это очень даже клево. Но самое главное, я нашел сегодня, где добывать ресурсы, и это уже очень сильно показательно. Ну а что я? А я на сегодня буду с вами, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.